Степанович, ингамы. Ну что, пойдем горы копать. Доброго времени суток, уважаемые геймеры и геймерки. Это Степанович. Ой, так нет, надо этот включить, это. Ну, в общем, в этом видео мы с вами поставим автоматический рудокоп и эта штука, по-моему, ОГР называется. ОГРЕ. Да, вот тут вот мы его и... Вот тут, да? Ну вот тут как-то мы его, значит, и вкорячим. Так, что мы взяли-то? Ну вот сам автоматический рудокоп. Вот она. Вот это вот. Вот это ОГРЕ. Что паны придумывают это название нам? Да, в общем, одна штука копает вглубь, другая штука копает вперед. Ну, то бишь, как бы тоннель. Нам еще нужен будет, значит, ИБП с ядерной батареечкой. Вот они у меня тут припасены. Ну, и там всякие железяки, компоненты электрические, каркасики. Ну, и, конечно же, куда нам без это, без труб. Да, будем все в ямку складывать. Аккуратненько. Так, ну, ладно. Поехали, значит, нет, надо вот в ту сторону его развернуть. Так, вот эта штука у нас копает вниз. Ну, вот. Так что легко. Да блин, пальцы-то мои кривые. Вот так вот его. Да. Вот тут Степанович сразу рядом поставит и этот. Так, туннель-проходчик. Вот-вот в эту сторону его. Вот так, да? О. Так, ну весь наборчик у меня есть. О, какая забавная штукенция получится. Так, наборчик. Что нам надо? Значит, нам нужен сварщик. Да? Да, и там нужен сварщик. Так, значит, газовой горелкой Степаныч уже давно не пользуется. У нас теперь современные технологии, автоматизация, цифровизация. Поэтому берем в руки дуговой сварщик и начинаем им это и варить. Дальше у нас железные листочки. Так, раз. И два. Угу. Сталиные. И сюда еще. О! Ну, вроде как собралось оно у нас все вместе. Так, ну, это, конечно, хорошо, но не все до конца. Ух, какой зубастенький. Ничего себе. Ну, сейчас мне вообще это все обзавидуются-то. Так, ладно. Нифига тут болтать. Значит, теперь эту штукенцию нам надо как-то обеспечить электричеством. Ну, тянуть кабель как-то от самой базы я постеснялся, поэтому взял с собой ИБП, заряженную ядерную батарейку, и думаю, что этого добра нам-то и хватит. Так, заварим. Что-то я как-то это на кнопки давлю сегодня слабо. Так. Так, ну что, монтируем электричество. Целый план Гуэлоро, понимаешь, в автономке. ИБП сюда вкорячиваем. А, ну вот так вот, а? Оп, да, так поставь. Да ш... Ставься. Так, ну и сразу ядерную батареечку, раз уж современные технологии. Ядерной батарейки хватит этим двоим, да ух, вообще насколько. Прям я даже не знаю, на сколько циклов надо будет как-нибудь посчитать. В общем, оставлю это тут работать. Так, сейчас по-быстрому кабелек положу. Ля-ля-ля. 3 рубля. Вот у нас на деревне бы так проводку бы прокладывали, а? По-быстрому. Вот столба. Что называется, до столба. Так, лампочки горят. И все. Да, теперь как бы надо нам ямочку вырыть. Вот отсюда пойдет вниз. Вот здесь Степаныч ямочку-то и вырыт.
Вот такую. О! Вот сюда у нас всякое добытое будет и скидываться. Там всякие газики, рудики. Интересно, а газики же испарятся, да? Блин, чё-то я над этим не подумал. А, да и фиг с ним, газов я себе тут так сам накопаю. Так, ладно. Теперь, значит, транспортную трубу. Не, по-другому сделаем, наверное. Так, вернись. Так. Блин, как-то и неудобно. И БП положил. Ну, в общем, пофигу. Переходит оно нам и БП, да и это. Нифига нам на эту батарейку пялиться. Да? Что мы там не видели, как она разряжаться будет? Блин. Умная ночь. Так, сюда нам нужно, значит, вот нет, вот эту сторону. И вот так вот. Угу. Ну и тут обычными. Блин, а у меня что же это выходит-то? У меня, как господа, товарищи хорошие, не хватает этих. Ну ладно, ничего, Степаныч слетает за транспортными трубами. Слава богу, тут вроде как недалеко, потому что нам еще туда надо будет эту штуку скидывать. Так, ну все, я слетал. Слава великому монтажу, все это заняло у нас меньше секунды. Выводим аккуратно эту штуку. А чё я все время называю его штукой? Выводим нашу красивую супер-пупер транспортную трубу прямо в ямку. А то разлетятся тут кусочки, бегай их потом собирай по всему Марсу. Степаныч человек ленивый. Ну и нафиг. Так, ну вроде все. Ну что? Можно типа запускать, что ли? Красавцы, красавцы. Да. Ладно. Эксперимент не будет до конца сделанным, если мы на кнопочки не понажимаем. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, включайся. Оп. Так, один поехал. Рудить. Ой, копать нечего. Так, второй. О, поехало. Сейчас посмотрим, что там куда поехало-то, а? О! Отлично. Так, ну, в общем, ребята тут немного поработали. Собянин уже обзавидовался моему новому, значит, это тоннелю метропрокладчику. У него-то так, небось, работать не умеют. А у Степаныча все возможно. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и пишите в комментариях, если вдруг чего тут не так случилось. Или, может быть, вы знаете, как сделать лучше. Или, может быть, считаете, лучше вообще так никогда не делать. Ух ты ж, блин, он на меня обратно ползет. Так, валим, 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 валим. Как же далеко. Ну вот он и дополз. Да, в общем, все, что он собирает за один раз, он пристыковывается к этой пижине и начинает вываливать нам прямо в трубу. Пойдем захнем. О. Ну, в общем, не сказала бы, что это очень эффективная какая-то история. Но, в конце концов, что, нам жалко, что ли? Поставил, батарейку воткнул. Ну и пусть они себе гору копают. Так, а это что, вообще ничего не нашел, да? Но зато у него получаются очень страшные глубокие тоннельчики. Вот так это все у нас выглядит. Недохстына, недохстына. Так, а что с батарейкой там? Блин, все загородил. Все, Степанович загородил. Так, сейчас мы лыником откроем. О, батарея еще зеленая. Ну все. Значит, если один цикл, она еще зеленая. Значит, это минимум 4 цикла добычи его хватит. Ну, это, ой-ой-ой, очень много, я вам скажу, уважаемые геймеры и геймерки. По-нашему-то получается. Ну, ладно. Лайк и подписка, не в Москве прописка. А Степаныч побежал наблюдать, как эта штука работает. И
Чертана тут гудит в моих тоннелях, понимаешь, а? Степанович, Ингамы.